Смотри, Антон. И вот это вот я не пойму, что, блин, как сейчас, если так вот видишь. А че решили завести? Да. Серьезно? Я с вами. Завтра 23 февраля. Реально? Да. Нормально, да. Завтра 23 февраля. А трёшка нужна? Приставай или какая? Че, не пахнет? Есть. Завести хочешь вообще через нее? Ну туда, в пустыню не включаем сейчас. Как заправлять наверху столько дизельным топливом? Понял? Для обогревателя. Теперь запускает, он сложно как-то там, сколько времени стояло. Что, есть бенз? Это хуйня, вы не хотите. Он все не забирает. Короче, шансов сегодня нет его запустить, да? За бензом съездишь. Ну, не пойму, что, вы там фильм один герой? Ну, похоже, что так. Вот еще один пришел. Героический. Дача? Да. Слушай, такой дуплонный, это что это? Подержи, помоги, ну. Блин, что, не, у тебя хорошо получилось. Подержать, давай, давай. Молодец, красавчик. Кто он кроме тебя вообще? Если не ты, то никому, блин. Что ты делаешь, не понимаю? Стряхивает. И туда спичку, он прям сразу заведется, я уверен. Не, подожди, надо не так. Ох, вот сразу видно профессионал, знаешь? А спереди, мастер. Ты на бэху не забудь оставить. И диалог, он еще. Как мужики в 23 февраля играли. Ну вы, пацаны, вообще, ребят. Вы не лейте на голову. Че он там, идет? Ну, нет? Да, давай, заводи. Два месяца. Стояла, да? Нет, такой 3 месяца. А что, в том, что бензина не пищит? Сколько раз говорили? Встроенная техника, думали электромобиль, да? Аккумуляторы 3 раза меняли. С этого пинка. Ох, ревет машина. Просто не было.
понял, когда его тогда на холодную заводили, вот так вот прогревается отлично. А потом Слушай, да мне кажется, она вообще в идеальном состоянии. А что, можно кабину уже опустить? Нет. Ну, из-за этой комплектации, на самом деле. Так, ладно, что, поехали. Давай. Можно, я думаю, ты если можешь вот это и убрать. Завтра, если на 20, я вас смотри, три тачки уже можно выезжать. Давай, давай. Маленькая. А ну, давай назад, Гарик. По газу, по газу. Я поехал. Ты меня сортировал. Мало еще не нагрел. Кружок можно проехаться? Тот день, когда я сел за баранку этого колесо. Давай, давай. Стой! Вперед, давай! Слушай, а что, у него нету зеркала, да, справа? Ты знаешь, у него походу и гидрочатик. Вот ты такой гидрочатик. Вот мы справим по-русски. Да, я думаю, это надо закрыть. Смотри, как духовка. И до готовности. Короче, в сравнении с тем, что мы видели там на видео, эта машина прям живчик. Короче, я вам скажу так, на улице и руки сюда засовываешь, здесь теплее, чем на улице. Вот на чем надо ехать кататься 23 февраля. Сел, поехал. На немцев. Саня, перекрыли нам были, чтобы свалить не смогли. Кондёр! Это один из вариантов. Че, чувствуешь детский восторг? Не, нормально, он ничего не. Так, а че в итоге с печкой? Тормоза у него раз, такие, да?
как сиденье отодвинуть сзади? Зад. Без шансов. Без шансов? Да. С этой стороны кондёр работает? Так, ну это не просто, друзья, я вам скажу. Вообще. В городском потоке никто не пропускает. Смотри. Ты что, с ручником хотел? А, передача. Нифига себе. Слушай, к ней надо еще приноровиться. Конечно, техника военная. Ребята, это не просто так. Так, места, внимание, марш. Давай, с места, рви. Короче, я впервые сижу в шишиге. Друзья, я впервые за рулем в шишиге. Я в восторге. Так, четвертая передача. Что-то колесо какое-то подбиваешь, что ли, не понимаю, а? Ну, 40 идем уверенно. Тормоши. Останавливается кое-как. Да не кое-как, на самом деле, нормально тормоз. Не, нормально, да, нормально. Так, вот это будет тест-драйв, где мы сделаем кто-то продать. Кэши. Блядь, передача первая. Пойдем, Лёша. А что такое? Масло. Температура двигателя, друзья. А как такое может быть? Мы назад доедем? Кто знает. Это авантюра из авантюр. Запах чувствуешь? Чего? Не чувствуешь запах? Вот что нам делать в этом случае? Это что у нас? Третья передача? Короче, я знаю, почему он прыгает. Он же привык по бездорожью, и в принципе он создает эффект это на нормальной дороге. Не закипела она? Печка включилась, да, или что? Я не знаю. Но звук посторонний. Вот отсюда идет. Я теперь понял, почему Гарик на нем захотел ехать. Покажи, что вот это загорелось, фигня. Короче, сейчас остановимся. А где, я не вижу зеркала. Мы можем не доехать на тору, знаешь. Поэтому понял. Мы не будем. Так, ребят, мы решили. Да, блядь. Перегазовочка сцепления. Включается передача. Да, эта тачка прокинется уже.
где. Так, короче, мы ее бросаем, тачку, вон она осталась недалеко от нашей базы. Получается, она осталась. И в лесу. Она перегрелась на холодную, потом мы ее и будем разбираться. Так, ну что, приехали заводить ее. Пришли пешком. Да ты сейчас там ничего не увидишь. Он холодный пока. Холодный пока. Выезжай. Видишь, дымит. Ха, ну что ж ты будешь так? Какого хера? Что, на первой передаче ехать? Не ту скорость включил. Зачем? Да, 23 февраля, друзья! Не, он глохнет. Он глохнет просто по какой-то другой причине, я не пойму. Потому что он... Точно вторую работу? Да! Вот такой путь у нас тут. 1 километр получается. На первый плюс хорошо, а? И все. На первой едет отлично. А, со второй можно трогать. Ну да. Я вроде чувствую, погоняю на нем недельку, буду профессиональным. Кончиков шиши.
Ну ты смотри, какая а? Подожди. Бля, как я вчера включал, а? Что-то... Вчера вот эту включал как-то. А, вот. Вот так. Опа. О. Тут не трёт ни хуй. И печка не работает, бля. Надо уже как-то доехать. Ну это аппарат, на нем можно, если довести все до состояния, будет прикол вообще офигенный. Это вторую ты включил, да? На со первой? Второй. А, ну только сказал, кстати, со второй, я же тебе говорю, да, трогайся, блин. Да, удивительно, друзья, что температура сейчас показывает, вообще ни хера не показывает, она не прогретая вообще машина. Аварийка здесь есть, кстати, может аварийку включим, чтобы люди нас боялись заранее, да? Досталось немного, чуть-чуть. Да. Так, а ну-ка со второй, если сейчас будем еще раз пробовать со второй. Может домой на ней поехать, точно научусь. Так, пока домой съезжу. А? Лучше не надо. Поехали. О, со второй, да, пошел, отлично. Колесо бьет, по-моему, твое или мое? Да, поймешь, какое, блядь, непонятно вообще. Я прыгаю на этом. Так и я здесь прыгаю тоже, да? Блядь. Сейчас я сидушку переставлю назад, на... переставляется, прикручена. Почему печка не работает? Ну, посмотри, подбац. Нет, это заслон, блядь.